Всем привет! Уже наступают последние дни июня, и в Московской области это сезон сбора урожая крупноплодной земляники. И сегодня я хочу вам рассказать о таком сорте, называется он «Азия». В прошлом году я его высаживала рассадой поздно весной. Мне удалось размножить этот сорт, и теперь у меня его довольно-таки приличное количество. Итак, каждому кусту подходить не буду, показывать, они все в принципе одинаковые. Вот здесь конкретно вы видите два куста Азии. Видно, что куст раскидистый, листва мощная, поэтому тоже нужно высаживать его на приличное расстояние, но это примерно 35-40 сантиметров друг от друга. У Азии очень мощные цветоносы, выходит по несколько штук с каждого куста, довольно-таки урожайная. А вообще этот сорт считается среднеспелым. Ягода у Азии просто красавица, по-другому не скажешь. Она глянцевая, красного цвета. Форма у нее напоминает такой приплюснутый конус, верхушка усеченная, и иногда, вот как у этого экземпляра, она раздвоенная. На вкус сладкая, очень сладкая. Я этот сорт первый раз попробовала. Если кто знает, есть в Москве так совхоз имени Ленина. И там они в основном выращивают вот сорт Азия. И я там первый раз его попробовала. Очень мне захотелось его у себя в огороде, и я его приобрела. Так вот, насчет вкуса. Ягода действительно вкусная, пахучая. А вообще пишут в характеристике этого сорта, что он не имеет вообще пустот. Но я с этим не соглашусь, потому что некоторая пустота в этой ягоде есть. Но это не мешает ее с удовольствием, с аппетитом съесть. Белые вот этой твердой какой-то жилки у ягоды нет, конечно, но все. Вообще, знаете, вкус, цвет, наверное, ну все зависит от того, чем вы кормите свою ягоду, каким образом, да. У меня грядки высокие, в них заложен перепревший конский навоз, и все закрыто соломой. Поэтому все-таки вкус будет, все будет зависеть только от вас, как вы ухаживаете за ягодой. Да, минеральными удобрениями я не пользуюсь. Так вот, давайте раскроем, посмотрим, что внутри. Я прямо ее разломлю. Смотрите, какая она сахарная. Вот как я и говорила, что есть небольшая пустота у ягоды, но она, знаете, прям незначительная. Смотрите, на разломе какая сахарная ягода. Я не знаю, солнце сейчас, раннее утро, солнышко встает и очень яркое. А мякоть, я могу сказать, даже, знаете, она арбузная. Ягода сочная, вот вытекает сок. Но при этом, знаете, она быстро не течет. То есть она может полежать. Но 3-4 дня в холодильнике это точно. Она полежит и не потечет, и внешне никак она не изменится. Ну, самое лучшее — это просто прийти на грядку и сорвать, съесть ее свежей. Так вот, сочная. Что еще не сказала? Ну, для чего она подойдет? Ну, конечно же, для заготовок. Это и варенье, компоты. Эту ягоду я также буду сушить на слайсы в сушилке, буду пробовать. А я думаю, что получится, потому что ягода вкусная. Кислинка есть, она слегка ощутима, но вот сладость преобладает. Вообще, по оценочным качествам этой ягоде ставят 4-8 балла. И я ей тоже так поставлю, потому что она вкусная. Если будет возможность, заводите себе этот сорт, замечательно. Сорт не ремонтантный, конечно же, то есть она отдаст весь урожай и все. Ягод у этого сорта мелких вы не найдете. Знаете, я даже как сказала бы, что Азия, она или очень крупная, или крупная, или средняя. Мелкой ягоды вы уж точно найдете. Это единичный случай, когда она вот такого размера. А так от 40 грамм и выше. Это привлекает внимание, потому что ну, она действительно вообще красавица. Сейчас давайте подойдем еще к другому, допустим, кусту и посмотрим. Вот, например, тоже Азия. Несколько кустов здесь высажено у меня. Смотрите, куст, как я уже говорю, раскидистый.
И вот она, ягодка. Вот. Ну, красавица. Вот этот белый кончик, как вы могли заметить, что вот вроде бы ягода красная, но остается белый кончик. Ничего страшного, он исчезает. Просто дайте ягоде полностью вызреть. Видите, вот спелая ягода и белого кончика абсолютно нет. Не спешите срывать, этот кончик обязательно поспеет. Вот такой цветонос. Ягоду, конечно, мы уже рвем. Ее не столь много. Я не успеваю снимать видео. Потому что урожай нужно обрабатывать. Вот она, ягодка. Здесь уже очень много мы сняли. Это уже остатки. Вот она, ягода. Это все Азия. Моя красавица Азия. Поэтому приобретайте этот сорт. Обязательно. Не пожалеете. И здесь уже тоже все в остатках. А у меня, в принципе, на сегодня все. О сорте я вам постаралась подробно рассказать. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Я желаю вам всего самого хорошего и всем пока!